Качки, блядь. Брат, не могу подключить. Да, да. А я что-то тебя не слышу. Да. Кондиционер включите, пожалуйста, гром. На сейчас все. Слышу, ага. Галь, на максимум только включи, пожалуйста. А на максимум что? На максимум холода кондиционер. Опа, на, хорошо, сейчас попробую. Что рассказываете, что там, как дела в Краснодаре, друзья? Задавайте вопросы, соляна, все хорошо. Опа. А у нас отключили свет. Теперь у нас темно. Взаимно, брат, это... Сейчас я не занимаюсь футболом. Отключили. А, сейчас я зайду в дом. Wi-Fi отключу. Химик шарит, да, химик. Всех жду на Дом 2, приходите. Инчик, это кто? Привет, привет. Давно, да, не видели, да. Сейчас говорите, кто там. С Бузова, конечно, общался. Со всеми. Все ведущие хорошие, прикольные, обычные, простые. Я просто говорю, приходите на Дом 2. Я не говорю, ко мне приходите. Когда выпустят, когда в Краснодар, даже понятия не имею, даже сказать ничего не могу. Все в эфирах, смотрите. Кто такое, кто такая Инчик, химик? На остров, если все хорошо будет, скоро. Катюх. Скюте, у нее фамилия Скюте. Красивая, скажите, фамилия. Давай с тобой посижу. Давай. Че, у тебя да, много народу? Ну, 30 человек. Много? Мало. Нормально. Нормально, да? Ребят, красивая вот Катя с Кьюта. Пишите. Все скажут, вот, тварь, урод. Да нет. Да я уже привыкла. Не. Ну видишь, пока пишут про меня. Красавчик. Красавчик, чувак. Да, красавчик. Че, ты добьешься Аляну? Ну, конечно, только не рассказывай. Секрет. В эфир. В эфирах смотрят, как я добиваюсь. Катя, привет. Привет, Елена. Ты видишь? Все к тебе нормально относятся. Во-хо-хо-восе. Красивая, видишь? Какая милота. Тебе чаще просто как со мной. Знаете, что мне просто... Катя сегодня... очень крутая. Я сегодня просто прочитала, что я мышь гашеная. Вы прям пара, соседка от меня, очень красиво. Да. Такая мед. Сейчас я это... Мне надо... Где ты раньше занималась? Печально, особенно голос. Блять, у меня голос прокуренный так, что это просто с ума сойти. Вы даже не представляете, какая она крутая. Вы даже не представляете, сколько я курю. Катя крутая. Катя, ответь директ, блин. Там столько сообщений, надо... Пообщаться, не отвечай, Катя.
не надо отвечать. Почему? Это кто? Не знаю. А почему не надо отвечать? Ты заебешься отвечать всем. Нет, там много народу. У меня уже 99+. Ёлки-палки, ничего себе, ты поднялся. Три дня меня показывают вообще. Ты поднялся, представляешь? 30. Подожди, подожди. А мне нам тоже тут в эфире говорят. А что у тебя на лице, брат? У меня маска для лица бомбовая просто. У нас просто развелось гомосеков. Слышишь, пишет, алкашка, походу, алкашка наша. Не ты, не Купин. Вот Купин, нет. Алкашка наша, походу, это мой брат близкий. Он походу, чувствует. Сразу чует, молодец. Да, чует, чует. Вы просто бомба, Вася. Можешь с собой замутить? Давай. С Катюхой замутим. Все, мы с Васей мутим. Да, ребят. С Васей. Ой-ой-ой. Там я хочу пойти на проект и хочу с кем-нибудь пообщаться. Катя, ответь. Так а Катя тебе на это не ответит. Она скажет, приходи. Приходи. Ну только не ко мне, потому что... Потому что мы с ним мутим. Потому что мы с ним мутим уже. Поэтому просто приходите на проект, покажите себя, что вы можете, как вы можете. А вот этот сейчас, вот этот чувак, вчера его хотели в бассейн закинуть, он начал прятаться и упал, вылез. А что, у тебя болит что-то, брат? Короче, вчера мы выкидывали свит домов одиночек. Он вылез на карниз с окна и упал прямо на бетон и сломал одно ребро и две трещины, короче, у него. Поэтому у нас очень весело тут и прикольно. Нет, его нету на проекте. Ни Должанского, ни этого его нету на проекте. Как ты относишься к тому, что Аляна дралась? Аляна воспитанная девушка, и она... Если дралась, значит, ее оппонентка была недостойная. Мы за то, чтобы Кутя построила отношения с Женей. Они очень... За сколько татухи был? По-разному. Все было по-разному. Рукав обошелся где-то в 1040-50. Аляна лежит. Вот недавно, поэтому молчи, пожалуйста, да. И не задавай глупых вопросов. Чего ты есть? Нет. Аляна уже отдыхает, лежит. Брат, я был всегда популярным. Всегда в шоке. Вот раз и два. Поэтому про этого аборигена молчу, ничего не говорю. Так, поехали дальше. Расскажи, какие чувства испытываешь к Аляне. К Аляне у меня добрые чувства, хорошие чувства. Несмотря ни на что, у меня к ней очень хорошие чувства. Это про... Больше пока нечего сказать. Мне нравится Скиттер. Поздравляю предварительный, потому что он должен найти. Красный. Мне крысёныш. Я планирую еще татуировки делать. Я остановился из-за того, что снимался в фильмах и надеюсь, буду дальше сниматься в каких-то фильмах. Это очень мешает. Ран, зачем тебе привет, Ярик? Ну зачем тебе привет? Я тебе привет, брат, передаю. Я надеюсь, что ты не уйдешь от своей симпатии и будешь до конца. Если откажешься, будет очень обидно и разочаруемся в тебе. Пока что у меня нет таких мыслей, чтобы уходить куда-то. Покажи людей. А что не спишь? Мы здесь на доме 2 ложимся спать где-то в 4-5 часов утра, потому что бывает в 10, в 11 у нас еще съемки идут. И встаем мы в 12, в 11 дня. Раскрой секреты Дом 2. Раскрой секреты Дом 2. Не знаю, какие секреты. Спрашивайте, я буду отвечать на вопросы. Насчет того, что Рома ходил в историю в кино, это, наверное,
камера не раздражает. Ну, не то, что раздражает. Первое время непривычно, всегда ты на микрофоне. То есть всегда все тебя слушает. 24 часа. Дрюнька, привет, дорогой. Что у вас с лицами? Я делала чистку. Слушай, а почему мои я не могу тебя найти? Не знаю. Подожди, а если... По-русски здесь. Что? Выковырили все прыщи, намазали белой шнягой. Все. Ничего, я просто... И телефоны нам выдают на час в день. Сегодня мы играли в футбол с этими на траве с клюшками, и нам разрешили 2 часа с телефоном быть. Это песня, когда. Смотрите, конечно, дом 2. Привет, все отлично, супер. Играет ли для тебя роль Алена Грудь силиконов? Нет, не играет. Мерседес и квартира? А при чем тут Мерседес и квартира? Нет, меня это не интересует. Мерседес и квартира. Вась, мы нужны друг другу. Наверное, нужны. Не знаю, кто ты, но, наверное, нужны. Йося, нам мои подписчики сказали, что со Скитой надо встречаться. Тебе со Скитой встречаться? Да. Правильно, Вася, думаю, это хороший выбор. Она думала, что... Она просто подходит, по-моему, не дотягивает, но надо. Ты что, охренел? Вон, Жене кровать понравилась. Жене главное, что улыбается. Жене всегда улыбается, и ему тебе это не нравится. У Скюты есть, кстати, один плюс, она всегда ест капусту. Вот вы ее всегда можете увидеть на кухне, она всегда ест капусту. Но сисек нет у нее. Есть ли сиськи? Ну, небольшие же. Ребят, заходите на последний пост и пишите в комментариях, как бы вы назвали нашу группу. Здравствуйте, привет, привет. Дрюнька, дал бы тебе ответ, но не могу, брат. Какой-то крутой у вас человечество. Хотите лично, не знаю. Спасибо большое. Очень приятно. Хим, могу устроить тебе вообще без проблем. У меня дом 2. Леха, ты в зал не ходил? Привет, родной, Димовси. Привет, братка, привет. Сейчас я выйду, я тебе... О, да, делайте, ребят, фан-группу. Потом пожалеете. Кто первый сделает фан-группу, обо мне потом бежим. Да, Димас. Ты понял? Сейчас, брат. Кстати, мне уже написали сегодня, не буду называть название клуба в Краснодаре, мне позвали туда ведущим быть. Вот так вот дом 2 что делает. Ребят, еще раз говорю, заходите в последний пост, где мы выложили видео, и пишите комментарии, как бы вы назвали нашу группу.
Родной Дрюнька, я тебя тоже целую, братка. Как мило. Со всеми соскучился по своим братьям. И вообще очень сильно хочется... Сейчас на чуть-чуть хочется домой, потому что близкие друзья очень важны в моей жизни. Несмотря на что ты что-то становишься, в такие моменты ты понимаешь, что для тебя друзья, семья – это главное. Обидно, что ты отказался от симпатии, она крутая. Никто не отказывался от своей симпатии. Ноунейм. Не люблю, когда ноунеймы пишут. Если, конечно, ноунейм не химик. Дома все хорошо. Как решился прийти туда? Случайно получилось, так что я попал на дом 2. Это долгая история, когда-нибудь выйду и расскажу. Ребята, кто мне отсылает запросы на эфир совместный, я не могу выйти в эфир совместно. У меня почему-то глючит. Мулечка, Кристюшка, я тебя вижу, вижу, Кристюша, я все читаю, ты тоже скучаю по вам всем. Целую тебя, родная, я вижу, что ты пишешь и поддерживаешь, мне очень приятно. Шалом, 1678. Я не отвечаю вообще ноунеймом. Ты футболист, бывший футболист. Уже я участник Дома 2. По крайней мере, на какое-то время. Всем, кто новые пришли, говорю, заходите в последний, на последний пост и пишите комментарии. Может быть, кстати, Дрюч, может быть, хорошая идея снять влог, как я пришел на Дом 2. Аляна, да, у Аляны есть сын, Роберт, 4 года. К сожалению, еще я с ним не познакомился, но все говорят, что очень, ну, это ребенок, и по-любому он милый и хороший. Задавайте, Аляна отдыхает, лежит. По глазам ты уже устал. Устала съесть, потому что очень тяжелый график тут. Ребят, все, кто... Когда будет эфир с Аляной? Когда-нибудь будет эфир с Аляной, но не сейчас. Все, кто... У кого есть вопросы какие-то, пишите в комментарии или в директ. Но директ, сразу говорю, забитый, я могу не прочитать все. Привет, привет. Всем, кто новые пришли, и говорю еще раз, что заходите в последний пост и пишите комментарии, как бы вы называли нашу группу, которую мы снимали. Шабарин не психованный, ребят, здесь очень многие герои, которые в жизни, они другие, чем вы можете себе представлять, поэтому
не всегда принимайте на душе химию, брат. Я тоже тебя люблю взаимно. Тут очень много хороших ребят, достойных ребят. И иногда в эфирах показывают их не с лучшей стороны, конечно. Но тут 90% это достойные, обычные, хорошие ребята. Мороси, там 24/7. Не могу же, брат, как раньше. Вася, ты очень крутой. Надеюсь, вы будете вместе с Аляной. У меня такое ощущение, что это Аляна вообще пишет. Если в Москве буду, мы сможем увидеться? Нет. Меня не выпускают, не отпускают. Здесь очень все строго, ребят. И поэтому, я же говорю, нам телефоны дают на час в день. А отпускать тем более не отпускают. Если я тут надолго задержусь, то на выходные отпускают спустя 3 месяца, как человек находится на проекте. Я, Амуль, с Лещом не могу увидеться. Он мне пишет, звонит. Каждый день я не могу с ним увидеться. Ему, хотя ему тут доехать, ну, 2 часа ехать. Привет, привет. У нас нет сценария. Все, кто так думает, ошибаются. Сценария нет. Есть просто какие-то конкурсы, которые заранее оговариваться. Сценария нет. Здесь ребята все живые и живут. Вы все смотрите «Дом-2» или кто-то так листает? Расскажите, что там вообще. Я просто не вижу. Эфир сохраню, да. Привет, привет. Эфир сохраню, да. Существует ли возможность прийти к тебе? Вы приходите просто на Дом-2 ко мне. Всегда возможность существует, но советую вам просто прийти на Дом-2, проявить себя. А, Кристюш, а скажи, а в чем красавчик был? Ну, там, опиши чуть-чуть, я просто, ну, я уже тут показываю неделю через неделю, и я, может быть, не понимаю сейчас, какой день меня показывают. Я смотрю уже полторы недели. Полторы недели – это срок, братан, ты так можешь и подсесть. Слушай, ну вот когда вот так вот там девочки пишут, это, конечно, прикольно, но когда пишут мужики, там не только друзья, знакомые, и скидывают, там отмечают меня в сторис, и говорят, я за тебя смотрю, типа ты красавчик, и, блин, это очень круто, когда пацаны смотрят. Ну, отдыхать тоже надо, отдыхать тоже надо. Смотрите, кстати, завтра эфир очень интересный будет. Я третий день, завтра очень интересно. По-моему, завтра будет показывать очень интересное свидание, которое я сделал для Алианы. Дом-2 существует 15 лет. В пивнушке, я понял. А Дима в Макдаке смотрел. Дима вообще в Макдональдсе смотрел. Кошмар, Никита!
тебя подкупило влияние, миллионная аудитория, машина и так далее. Да, совершенно, наверное, вы правы. Наверное, это подкупило. Алиана отдыхает. Она мне и кушать готовила, и я ей кофе делаю, и она делает. Все увидите в эфирах, ребят, какие-то вещи я не могу говорить. Можно подписку, то. Что значит подписку? Сука, батарея садится. Скюте. Я бы вам показал бы Шабарина, но его нет, он там в другом доме, по-моему. А вот и Алиана вышла и зашла. Сейчас пойду к Алиане и спрошу, опять хочет. Ну да, я же говорю, на час будет. Ебанец даже не может нормально закапать нос. Понимаешь? Сейчас получится пизду. Давай. Йой. Он закапал, перелил, а сейчас брат страдает. Да, я с вами согласна. Можно мне тоже чуть-чуть? Ёпта. Сейчас Господи, экран мне нравится плотный человек. Человек. Ты так говоришь, как будто я тебе не нравлюсь. Ты что? Опять тихо. Ой, Таня, ты даже не заметила. Привет. Брат, я не могу подключить. Это манго. Это очень сложно, я не могу. А ты, Вася, в эфирах? Да. Уже 3 дня. Да? Друзья, случилось то, все, от чего вы будете просто в восторге. Это выйдет буквально скоро. Через 4 дня сенсация. Вы увидите между Васей и Алианой. Ёж, что такой нос большой? А ты куда влезла, дура? Да. Что происходит опять? А мы тут пели песни, подожди. Она пела горы-горы какие-то. Так, какие твои армянские горы? Твои, говорит, армянские. А твои не армянские? Ир, почему-то мне очень много пишут о тебе. А тебе пишут очень много. Да? Ой, вам нравится Пинчук? Да. Кому нравится Пинчук? Кому нравится Пинчук? Как дела? Ой, я не в хорошем виде. Ира просто очень сильно называет Пинчуком, но уж очень сильно. Мне просто плюсика давит. Я поправила. Сейчас, подождите, я буду чуть-чуть попозже. А, видите, я не могу даже 10 говорить. Ну, конечно, я же говорю, настолько зазываешь мужчин. Сейчас, а ты в прямом плане? Сейчас, подожди. Ай, прямой бесправный объект, пытается меня раздеть. Там немало, 35-40. Ну, давайте отвлечем. Давай. Что происходит? Вася, давай у тебя что-нибудь покажем. Подожди, у него про тебя... 5 своего мужика. Покажи Алиану. Давай, на. Покажи Алиану. На, пиши себя. А я пока два слова. Пиши в телефон. Ты бы снимаешь свой телефон. Всем привет. Значит так, что вам сказать? Роберт на нее похож. Да, кстати, я с вами согласна. Алиана, здесь спит Пинчук. Ой, господи, Чурбан, уйди отсюда. Кочербей. Супер. Привет. Все отметил? Ой, можно еще поменьше себя отметить? Не, ну я не знаю, как это. Спасибо большое всем за комплименты.
Ира лучше. Ир, скажи ему, чтобы был соляный. Будь соляный, пожалуйста. Хорошо, я буду. Короче, я там... Реально красивая Ира. Да, она реально красивая. Да, давай. Так, значит. Правильно. Я рад, что вы. Я хочу вам показать. А ну-ка. Ну-ка, в прямой голову. Чабан. Ян, почему мне в эфире все про тебя говорят? Вы любите подхватывать. Ну, а про кого еще говорить? Про меня, конечно. У меня на телефон. Негативно. Я не вас слушаю. Капа закончил? Ну да, Ну чтоб ты красиво мне... Заебали все снимать, блядь. Тёма, блядь, я стрессы переодеваюсь, блядь, встал нахуй. Привет, просто передайся. Алло. В общем, девчонки, вы знаете, кто здесь номер один. Это он про меня. Сейчас. Я ждал там видеть. Поближе. Бельценко, брат, нормальный вообще пацанчик. Порядочный такой. Такой с понятиями наш. А это не Шабарин был, это Ваня был. На Ваню сказали: Шабарин, сними ты куртку. Это был не Шабарин. Да, пойдем в лес. Пойдем. Гриценко хочет отбить Эляну. Нет, у Гриценки Ира есть. Нашинский, да. Я сделаю тебя счастливым и заставлю тебя сожрать. Ром, куда ты улетаешь? Во сколько? Ну да, это тут так называется, в лес ходит. Она мне написала, чтобы я... Телефон дают на час. Сегодня нам на два дали, потому что мы играли там в футбол на траве с клюшками, поэтому дали на два часа. Поэтому кайфуем. Два часа это как вы даже не представляете, что такое для взрослого человека, когда у него забирают телефон. Где Ляна? Вот, Ляна, вот. Она стоит. Ну вот Санька Чернова, очень крутая девочка. Веселая, с характером. Гриценко вон. Вон Гриценко. Блин! Гриценко там. Не, говорят, где Гриценко? Я говорю, Гриценко там. Скажи, Гриценко спёк. А так оно и есть, братан. Ты меня тогда снимаешь.
Браво, меня спросили, я ответил. Ребят, всем привет. Как настроение? Настроение говно. Говно настроение. Почему, я не знаю. Я знаю, брат. Привет из Германии. Ребят, если в Германию приеду, вы меня там поселите. Рулькой накормитесь. От Лейлы. А кто ДПС там сводит? Пиво все дела. Гриценко ведет, да, прямой эфир, можете к нему заходить. Так, я, в общем, ребят, давно не выходил в прямые эфиры. Значит, давно не стоит, не занимался. Ромик, ты Лейлу знаешь? Кого? Лейлу. Кого? Лейлу. Нет. Ну, там, конечно, нет. Короче, что-то времени, друзья, на самом деле, что-то времени не сидят. Передал уже. Ну давай, теперь камеру переверни. Объявляю вас мужем и женой. Вот, вот этот человек, вы должны... Он как раз только проснулся, как будто кто бухал. Брат, ну скажи что-нибудь моим подписчикам. Брат, ну сейчас 40 человек было, сейчас 20 сидит. Брат, что с твоим лицом? Это просто... У меня и так в жизни все супер, спасибо. Не надо! Же, ну поговори с моими подписчиками, пожалуйста. Расскажи что-нибудь о себе. Я вообще не выспался. Ты не выспался? А почему ты не выспался? Я гулял. Гулял? Угу. Под этим виноградным соком гулял? Куда хуй на нашем бухло был? Сука! Ну не нравится, а он спал. Это мой братишка, братан, он очень близкий друг, порядочный химик, пишет. Это наш темрецкий салам, он красава. О! Он порядочный, да, близкий. Темрецкий, братан? Не, он Краснодара, брат, мой близкий друг, брат. Вообще очень. Не, шутки шутками. Так, все бодро, ребят. Живем, жизнь течет рекой. Вот девочки приходят. Не, все бодро. Брат, вот расскажи про меня. А? Про меня расскажи. Да. Ну, красавчик парень пришел. Не вижу, только зачем? Брат, вот, блядь, я тебе показываю, уже 40 человек. Ты чё? Да, уже 40 зашло. А было сколько? Было 20. Ну, у меня было 40, но мы потом вышли, сейчас 20. Вот, еще один пишет, сам вам, Жека, нормальный тип. Спасибо, я верю, вот, не, ребят, я просто заправду, сам я правда просто фигачу. Блядь, ты его видел, смотри, ну, блин, ну, люди все отдыхают, все гуляют, я не так часто сидят, вышел, первый раз за месяц погулял. Ну, бывает в жизни. Бля, мне пишут о тебе только хорошие комментарии. Он я там знаю, что-то... да вообще я плохого-то людям не делаю. Я реально плохого не делаю. Нормально, вообще, да, реально Жека хороший пацан. Со своими минусами, но он нормально, да. Братан, скажи, у тебя нет минусов? Есть. У всех есть минусы, у каждого. Кто без греха, киньте камень в меня. Киньте камень. Ну, кто не кинет, что-то камень с нами не летят. Бля, если бы сейчас все слышали, тебя захуярили бы нахуй. Это Грица, брат. А что это? Разве ты можешь? Вот, Джека машина мне пишет. Слышь? Тём, у меня что-то в эфире все про него только положительные пишут. Отвечаю, Джека красавчик, Джека машина. Ну, конечно, ребят, ну, Александр. Смотри, мне пишут, Джека машина там. Жека машина, топчик, блядь. Смотри, а это чисто, понял, это Инстаграм на эту шлюшку. Подбегает, ну, ты чё, по пути? Ко всем подбегаешь, типа, кто-то в инстинкт, чё, пацаны, давайте, ёпки, давайте историю запишем. Да подожди, что ты, где ты трогаешь? Снимай, как я сейчас буду рыбу. Да, ходи, всё, хватает. О, это вот наша Настюха с Краснодара. Настя, ты иди сюда в эфир в Краснодар. Передай привет краснодарским. Краснодарский, здорово, я тоже с Краснодара.
Знаю, да. Как у тебя дела, Настя? У меня средние пришивости. Ты как всегда. Да, Настя, Сережа, моя девушка. Да? Знаешь, я нашла фотку, где крутят, где все скрошивают. Я в трусах или не в трусах? А как ты пришла моя за грудь? Я просто поддерживал ее. Чтоб они не упали? Да. Да я тяжелая. Чё ты такая тяжёлая? Слушай, ты всё можешь, не фигачь, я пришёл, ты чё? Ну, тебя так все крутой. Где ты взял это? Кого? Группу кухни, вот это отрывок. У меня? А ты что, Барина? Да, ну я репост сделал. С дома. На туре? Да. Ты Кучугура знаешь? Да, брат, у меня там... Да, он знает, брат. Братья Кучугуров, все, братья. Все братья. Все мои родные, все их люблю, как себя. А? Жека, ты занимался борьбой или дзюдо? Я борьбой. Борьбой он занимался. Борьбой он занимался. Ты отсюда жрачки нету? Блин, чего я не работаю? Как хочу, так постыщи. Слушай, я пока сплю. Почему тут еда не готовится? Я не пойму. А ты знаешь Мулю? С Кучугур. Мулю, Витя. Ну, может быть, и знаю, но прикинь, сколько народу. Ну. Я, может быть, так и знаю. Бля, Жень, почему у меня в эфирах пишут одни положительные тебе качества? Так у меня плохого ничего, у меня нету. Мне одни хорошие вещи пишут про Жеку. А тем более ты еще слышишь? Ты еще с Краснодара? Покажи мне. С Краснодара? А в Краснодаре все мои братья, друзья, подруги, все мои любимки. Всех люблю, всех уважаю. Со всем с каждым пообщаюсь, если надо будет. Звоните, пишите. Мой номер телефона 8985-56-00-230. Звони, пиши, если надо будет. Брат, если бы ты не был бы таким еще непопулярным, ты бы никогда не продиктовал свой номер. А я не могу телефон. То есть ты уже популярный, да? Я очень популярен. Он только проснулся. Я здесь? Как ты сделал это? Да, такой репост. Просто репост, брат. Ну у тебя программа есть? Программа у тебя должна быть. У меня есть, знаешь, какая-то штука. Такая. Берешь, копируешь и потом отправляешь. Да. Ира сама популярная девочка жизни. Не, увидишь, у него есть телефон. У него есть. Спасибо, что она снова звезда телепроекта дома. Кому это пиздец, если он реально сказал. А где? Я просто скажу ему просто спасибо. А ну подожди, давай еще подарок снимем. Блин, а у меня, наверное, не будет показывать. Если он так сказал, то... Кого? Давайте я Настюху покажу. Настюх, иди, посидим в эфире прямо. Пообщаемся с краснодарскими пацанами. Я сейчас такая страшная. А что ты страшная? Ничего тебе не страшно. Задавайте. Вот Настя, вы хотели вопросы задавать. Задавайте, и она вам ответит. Настя... Красная тряпочка, которая вечно выхватывает пиздюлятины. А Настя добрая, хорошая девочка. Пинчук нужна. Пинчук нужна. Рома покажи. Да какой Рома? Зачем вам Рома? Ромка сейчас на чистке лица. Он у косметолога. Кстати, да. Красивая, свободная девочка. Настя, скажи, чтобы был Соляна. Да я их уже настраиваю на путь истинный. Уже как могу своей... Короче, как могу их настраивать, они что-то вот не хотят. Это все коллективное осуждение порой противостоит хорошим отношениям. Да, хорошим отношениям. Привет. А расскажи про меня, Лилин, какой я? Ну, Василий очень достойный, очень культурный, не лезет в перепалки, не орет, не грызется ни с кем. Очень такой достойный мужчина, как всегда, краснодарский, короче. О, еще один краснодарский. Хватит мне мацать, иди отсюда. Вот Жека мацанун. Мацун. Где Шабарин, спрашивает? Почему ты Шабарин? Он без меня как без дерьма, короче. Да. Он дрыхнет. А Ире с Артемом надо. Чтобы они были вместе. Не, Ирка, в общем, уже хочет с Ромой быть.
Боксер. Самая классненькая. Шабарин боксер ему на Олимпиаду. Он лещебой, он лещами всех это, лещей всем отвешивает. Смотрите этот, как его, «Пламя любви» было или нет? Нет. Бородина против Бузовой, да? Да. Где он там? Хватит уже, а? Это кто? Это нам? Про Бородину против Бузовой, Меркадо. А, да? Я не знаю, может, расскажу. Хорошо, мы сидели здесь вместе. Настюх, замутим? Ну, по-любому, мы же краснодарские, да. Мы все, короче, такие вот. Красавцы. Такие простые, такие нелегкие, такие добрядушки. Я Ваню снял в куртке, мне пишут, пусть Шабарин снимет эту конченую куртку. Пусть Шабарин вообще не ненавидит. Да, я тут, если честно, пассивчик Вася с Аляной, потому что что-то... У нас уже с Аляной много было свиданий. Тут Артём, короче, это, о, даже нет, не палюся, да что за такое? Да. Ну, пойдем. Все, ребят, всем спасибо. Спиринга. А у меня это, у меня там не ловит, брат. Все, ребят, всем спасибо. Давай, заходить, благ. Да. Всех благ, каждый. Жорбу, знаешь? Да знаю, я все знаю, пацанов, все красавчики, все. Ребят, подписывайтесь, заходите на последний пост и пишите комментарий, как бы вы называли нашу группу. Свинья, блядь. Закончилось? Сейчас. Нет.